Организаторы традиционного кросса на снегоходах «Буран» накануне подтвердили. Гонка в этом году пройдет на новой трассе. Это связано с аномально теплой погодой. Качгартинская Курья на треть покрыта водой и непригодна для проведения соревнований. Таким образом, оргкомитет принял решение проложить трассу в районе старого аэропорта, а именно на улице Российская. Это место оказалось наиболее оптимальным для проведения заезда, в том числе и с учетом интереса к этому празднику зрительской аудитории. Напомню, соревнования на Кубок Героя Советского Союза и Героя России Артура Челенгарова, как и планировалось, пройдут 28 марта. Программа мероприятий, которая включает в себя заезды мужчин и женщин на снегоходах «Буран», соревнования на иной снегоходной технике, а также состязания на оленьих упряжках, остается неизменной. Сейчас организаторы кросса предусматривают, где именно установят городок для спортсменов, торговые палатки и сцену. Кроме того, будут оборудована и специальная площадка для самых юных зрителей, а полицейским предстоит определить наиболее удобное место для парковки автотранспорта, на котором будут прибывать зрители и гости. Самое серьезное внимание организаторы уделят безопасности. В ближайшее время они определят четкую схему ограждения отдельных участков, в том числе район Качгартинской Курьи.